Спонсор прогноза погоды – агентство недвижимости «Визит». Распродажа новостроек и готового жилья. Скидка до 20%. Только в агентстве недвижимости «Визит». Звоните 374-4704. В четверг в Самарской области будет пасмурно. Выпадут осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха понизится в дневное время плюс 1, плюс 4 градуса, ночью 0, минус 2. В Сызрани небо закроют тучи, пройдет небольшой дождь. Днем плюс 3, ночью минус 2 градуса. Ветер северо-западный, скорость 7 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде дождя и снега. Днем плюс 2, ночью минус 1 градус. Северо-западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, дождь, вечером возможен снег. Днем 2 градуса тепла, ночью минус 1. Ветер северо-западного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.